Че это? Я была первая, кто отсюда вышел. Надо, наверное, 0,5 сделать. Прям мою фотку уже хотела. Да. На улице. Да. Я снимаю. Тебя пропустили? А то я думала, вдруг тебя не пропустили. Спасибо, вас занимает места согласно посадочным талонам. Обращаем ваше внимание, что по правилам безопасности полета ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем кресла перед ванной. Мы летим в Сочи. Аварийные выходы и проходы должны быть свободны от ручной кладь. Там видно что-нибудь? Построить все кажется необходимую помощь в размещении. Благодарим за внимание. Правда, крыло будет видно. Good morning, ladies and gentlemen. I am your translation supervisor. Luggage must be stowed in the overhead bins. Будем показывать все, что будет происходить. Летим туда на 5 дней. Вот так вот. Дамы и господа, обращаем ваше внимание, что посадка производится на места, указанные в вашем посадке в салонах. До этого мы летали на Сахалин с Севеном, которым можете воспользоваться при покупке или билета или в момент прохождения онлайн регистрации. Подробная информация размещена на официальном сайте авиакомпании. Все. Добрый путь. Да. Добрый путь. Doing promo. You said keep our business on the low low. I'm just trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only call you when it's high. Электричку. 2 часа в аэропорту. Ну, в принципе, быстро пролетели. Ну, сколько осталось? Уже меньше часа. А мы переоделись. Более такой летний вариант. Потому что в Новокузнецке-то было холодно, а в Сочи вообще жара. Магнит. Ну, это. И поели. 1,5 часа. И все. А тут что, на такси ехать 1,5 часа, если не больше, и на электричке 1,5 часа. А на электричке стоит билет 400 рублей за двоих мы отдали. Ну, 400 с копейкой. А на такси больше 2000. Вот так вот. Жарко ужасно просто. Ну, я думаю, это видно. Вот такие вот дела. Летели мы 5 часов. Ну, с Новокузнецка прямой рейс был до Сочи. Авиакомпания «Северный ветер». Ну, ничего, нормально. Долетели, и все, и хорошо. Сегодня планируем купаться в море, в бассейне, и все. Да? А завтра уже хотим съездить в океанариум, в парк слонов. Ну, в общем, много куда охоты. Ну, не знаю, получится, не получится.
Ура! Полтора часа в электричке. Мы на месте. На остановке. Горный воздух. Его продают. Пятерочки, магниты прям рядом. А тут что, канализация? 7 минут до моря отеля. Мы будем отдыхать в Славяночку. Приехали сюда вообще к маме. Вот нас встретили. Куда идем? Заселяться в номер. Вот, в общем, заселились. Трехместный номер. Кондиционер. Это вообще прекрасно здесь. И ванная комната. Ну, такая обычненькая. Ну, ничего, нормально. Первый этаж у нас. Мама над нами живут. На втором прям. Вот так вот здесь прикольненько. Море. Бассейн. Ну, сегодня, правда, бассейн закрыт. Надеюсь, завтра будет открыт. Вот так вот здесь классно. Что скажешь? Охота на море и охота пива, да, скажи? На улице 39 градусов. Показывает 39 градусов. Это вообще что такое? По сравнению с кузней, это вообще просто пекло. Сейчас переоденемся, пойдем перекусим и пойдем на море. Что скажешь? Прикольно? Не панамка. И тапки свои покажи. Тапки? Вот они. Тапочки за 500 рублей. Кузня у них и полетел. Будет там ходить, щеголять. Пришли на пляж, тут народу что-то, если честно, дофига. Редкостная ерунда, но я все равно съем, просто 100 рублей это тоже будет. Да, сейчас еще пойдем вечером на пляж опять. На пляж. Там сиденья, столики, мы посидим. Вон кепка, можно было не покупать. Я тебе понимаю. Посидим там, вроде закат, все красиво будет. Можно покурить кальянчик, выпить. Пока мы соберемся, там закат не стоит. Сейчас 7 часов идем помыться. То соленые все после моря. Помоемся и пойдем. Соберемся, пойдем. Вот такой надо ездить. Вот такая красота. Такие виды. Закат. Жарким. Движу в дисковой.
от электрички. Хотя время уже 10 часов вечера. Даже больше. Мы пришли домой. Сейчас будем ложиться спать. Потому что по Новокузнецкому до времени уже сколько? 2 часа ночи? 2 часа ночи. Угу. 30 час пошел. Ну, а мы-то вставали по Новокузнецкому времени на самолет. Поэтому уже хотим спать. Ну и просто, чтобы завтра пораньше встать. Много чего опять успеть. Должны пройти дни продуктивно очень. Ах, так классно. Тут красиво, атмосферно. Все, продолжение следует.